have ways of blowing things up. Здорово, ребятушки, с вами Оладушки, и мы сегодня продолжаем играть в симуляции. Портовый король, или как его там, сейчас посмотрим. Портовый король. Почему портовый? Ладно, у них... сюрикенчики, что очень плохо. Метатели мечей, что тоже просто отвратительно. Нам нужно... Я, кажется... Блин, у меня же эти вообще не открыты. Так, я думаю, попробуем вот этими ребятами их попробовать отбить. Но у них довольно хорошее расстояние. Просто рискнем. Я не знаю, как пойдет. Нам нужно попробовать их улететь отсюда. Нас этот метатель мечей убивает. Видите, этих выкинули. Короля тоже выкинули. В принципе... Я даже не знаю, в принципе неплохо, если бы у нас был какой-нибудь танк. Риппер... Но если хорошо, если не танк, если вот так попробуем. Нет, зря поставил сейчас рыцари, на них прыгнут. Ёлки-палки, они же никто против рыцарей. Блин. На самом деле неплохо вышло. У них мало кто остался. Но. О! Хорошо. А давайте мы тогда с вами попробуем вот таким образом. Пусть они к нам сюда идут. Не падайте. Только, пожалуйста, не падайте. Я очень прошу, не падайте. Все, выпихивайте их отсюда. Да. Нафиг. Отлично, наши еще из тыла зашли. А, ну это победа. Да, свидание. Сработало. У меня была тактика, и я ее придерживался. Разгон. Шесть пятьсот, кстати. Так, обезьяний король мне не нравится, сразу скажу. Очень не нравится. Знаете, а черт с вами. Мы их сейчас просто поскидываем. О, ой, молодцы, двое из них сами попадали. Валите отсюда. Ну не падайте только следом. Блин. А куда делся обезьяний король? Он что, упал каким-то образом? Ну, мы опять победили. Чисто за счет того, что мы их выбрасываем. Не на скеле, а вот чисто за счет того, что мы их выбрасываем.
5000. Эти на меня бросятся. Эти будут идти сквозь тонкую линию. Я тебя понял. Предлагаю... Кого я предлагаю? Где? Ярлов, может быть? И на 500 можно, можно вот Валькирию поставить. Если еще одна ульта зарядится. Хорошо. Блин, чувак, живи, пожалуйста. Есть, победа! Все-таки это ультой. Я на эту ульту очень много ставил, если что. Все-таки замкнутое пространство. Так, эти ребята будут прыгать на здоровье им. Эти ребята будут стрелять фейерверками. Не очень хорошо. Зевс, отвратительно. Хвача, вообще ненавижу тебя. Так, значит, что мы можем сделать? Нам нужно поставить... Вот сюда вот двоих клаберов, пусть они там тусятся, чтобы вот эти ребята к ним вниз прыгнули, желательно там же внизу и сдохли. Так, нам нужно, может, вампиров, кстати. А это звучит неплохо. Отлично. Варвары улетели вниз, как я и планировал. Все, минус хвача. Надо Зевса как-то... Да! Мораль сей басни такова. Толпой увалят даже льва. По центру. Ой, блин, я ненавижу обороняться. Ну что вы, как эти... Так, капитан. Эти ребята. Еще один капитан. Ну, блин. 6000, хорошо. Предлагаю... Наверное, опять канделябров понаставить. И просто поуносить их отсюда. Убрать их с карты и все. Я думаю, это будет довольно честно. Давай, 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 вали отсюда. Хорошо. Чтобы меня... Блин, он что, одним выстрелом всех убил? Вот это сейчас печально прям. А, это почти сработало. Погодите. Нужно сделать немного по-другому. Нужно... Попробуем вот так. Есть, капитан, нафиг. А, это уже уничтожили. Все, пардон. Ну тогда, по идее, мы побеждаем.
Да. Я просто побоялся, что там оставили одну баллисту. Так. Короли. Ну, блин, даже не знаю. У меня ковбой есть, точно. Я забыл про них. Давайте пробуем эту тактику. Если нет, тогда уж будем что-то менять. Но, по-моему, должно сработать. Ой, блин, Ярл добрался. Второй Ярл добрался. Ну, это уже, да, все, да. У меня просто урона не хватает, а крупных я не могу настолько подальше держать. Что же я тогда хочу? О! Я, кажется, понял, что хочу. Погодите. Пусть идут ко мне. Блин, король. Пожалуйста, короля убейте. Остались два. Минус один. Нет! Ай-яй-яй-яй-яй, они остались один на один просто в конце. Это почти сработало, кстати. Сколько у нас? 4000 да Винчи стоит. Давайте попробуем. Ну, то есть я ничего не теряю, по идее. Оу, они его просто на месте убили, да? Нет, танк да Винчи не подходит сюда. О! О! Погодите, у нас же есть... Просто взял, упал один. Не, в этот раз хуже. Интересно, интересно. В принципе, знаете что? Стойте. Можно же сделать, можно их же их всех тут поставить, чтобы они ко мне спускались-то потихонечку, смотри. Этих мы сразу сметаем. Те, они до нас достают, ну ладно. О! Ну и все, собственно, тут у нас. Тандебирден, давай, вали отсюда! Что с тобой? Тынь! Ты еще оказался героическим последним солдатом. Что мы делаем? Что мы делаем? Делаем мы что? Что? Вот что? Вот что мы делаем, а? У нас есть Deathbringer, есть... Кого? Кого сюда? Вот кого сюда?
О! Погодите, а что если... Старую тупую тактику. Один чувак просто сдох. Гоните его! Ярло! Ярло! Ярло держите! Стойте, 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 стойте. Я придумал. Вот эти ребята и... Где они были? Эту партию мы сразу грохнули. Зевсы у нас будут сдерживающей силой. А мушкетеры у нас будут уроном. Фиг они у нас будут уроном. Может быть, одного рипера. Можно, кстати. И... Даже не знаю. О, можно вот этих ребят, кстати, поставить. Сейчас попробуем. Если эта строта не сработает, то можно будет вот так сделать. Так. Ну и еще парочку. Ой, как удачно, он прям туда заехал. Они же на него и ульту разрядят, и все. Нет. Это было не самое мое лучшее решение. Как бы тактика изначально была хороша, но нет. Если что, попробуем потом еще китайских фейерверчиков. Это было весело, но нет. Они их просто поднимают, а нужно, чтобы отбрасывала 90-м династия была. Вот, Firework Archers. Главное, чтобы они теперь в своих не стреляли, пожалуйста. Перезаряжайтесь, вы чё? Отвратительно получилось. О, это сложно, вы чё? А что если... Не, ну глупо, наверное. Но все-таки попробуем. У них щитовики, и моих сейчас этих еще... Да. Да, половину сразу сняли. Не-не-не-не-не. Это было глупо. Нужно отвлекающий маневр. Чтобы вот эти ребята сразу выстрелили. Желательно, чтобы это были самураи, потому что у них хоть какой-то шанс отбиться. Потом.
наверное, два ярла. И, наверное, где они у нас там были? Ну, давайте мушкетеров еще на оставшиеся деньги. Да, не один раз выстрелили. Хорошо, я получил некий бонус. Блин, они в никуда выстрелили просто. Вот сейчас нужен этот залп, который вы потратили. Может, не ярлы тогда? А кто? Ну, а кто? Ой, гарпунеры. Нет. Так делать нельзя. А как можно? О, давайте попробуем, знаете что? Выкидывайте их! Блин, этот ярл еще живой. Нет! Ха-ха-ха! Блин, а... Ну а как это контрить? Погодите, два короля, три... Это огромный... Ну это огромный дэмэдж нужно, чтобы это проломить. При том, что у них чуваки со щитами, при том, что... Ну, блин... Я даже не знаю... Вообще просто. Черт. Скелетные воины, которые пугают. И сюда... Я не знаю. Не, скелетные воины вообще ни о чем. Они разлетелись просто как картонные. Ну да, один ярл улетел, но это ничего не дает. У меня то не хватает урона, то не хватает... Как же. Пока что самый близкий план был с этим... С Зевсами. Мне кажется. Раз, два, три. Блин, елочка, гори. Я даже не знаю. Давайте, может, вот этих ребят поставим. И... Вот, протектора, еще одного. Ясно. Они не попадают наверху, видите?
нет, они их разносят. Мой же танк, моих же солдат только что повыбрасывал к черту. Выкинь их к черту! А-а-а! Танк улетел, по-моему, да? Идея была хорошей, пока она не стала плохой. Это примерно так работает. Ладно. А если... Знаешь, что глупость, не надо мне об этом говорить. Ёлки просто моментально разнесли. Ну, щитовики очень хорошо прикрывают. Очень прям хорошо прикрывают. Смотрите, просто в упор в ярло весь этот. Так. Ого, как все поразлеталось. Блин, а чё так сложно? Не, ну я понимаю, что это должно быть сложно, но это сложно. То есть мне, по идее, тоже нужны какие-то щитовики, нужно как-то что-то где-то... Неужели мне придется опять применить какие-то, блин, читерские тактики? А тут читерскую тактику-то и не применишь. Потому что, ну, они все равно придут. Ладно, ребят, тогда давайте на этом заканчивать. Я понимаю, что мы на этом уровне очень много проторчали. Попробую его как-нибудь решить вне записи. Тогда начнем уже в следующий раз с этого уровня, когда он будет решенный. Ну, я надеюсь. Пока что спасибо, что были с нами. Всем удачи, добра, бобра, всем оладушек и всем покеда.